Так, всем привет, с вами Кузямба. И мы начинаем играть игру Плактал Анкуте, как-то так, что ли, блядь. Да. Вот. Полный стрим будет завтра. Ой. Сегодня будет такой короткий, ну где-то там минут 40. Так, вот это мы делали, сейчас мы здесь запустим. Все, она пошла. Да. А, тропа идет вперед. Так, инквизиция дает английскому гарнизону выкуп за Кьюго. К счастью, Амиция вместе со своим младшим братом успевает сбежать из лагеря. В этом им неожиданно помогают двое мародеров, недавно знакомые детей Мелли и ее брат Артур. Убегая, дети оставляют Артура позади, чтобы он отвлек внимание солдат. Do you know where we're going? Right now, we have to hide. Arthur and I know a place. And Lucas, he's waiting at your chateau. All in good time. We're going to see Lucas. Так, стрим-то идет. Again? I hope so. I like Lucas. He's nice. Save your breath, Hugo. Береги дыхание, Хьюго. Так, мы не вернем путь. Подойдет, тут нас еще могут найти. А, блядь, сейчас опять бежать. Tell me, what the hell are you doing with the Inquisition after you? What's so special about the little guy? It's complicated. And what about your brother? Will he be alright? He'll catch up with us. He really saved our lives. It was incredible. Hey, так, don't Игорь, get all lovey-dovey. He'll break your poor little heart. Yeah. Что, no. Hey, I'm in. Нет, смотрите, мельница. Yeah. We're going to use it to cross. What? Oh, what are those birds? Что за птица? Утки. Oh, like the ones we eat? Yes. Да. And they eat frogs. That's life. Not interrupting anything, am I? Come on. It's not a good idea to stay here. Не стоит задерживаться. Давай, малой. Is he always Они всегда такой. Like that? He hasn't seen much of the world. This isn't the best moment to start. Что сейчас лучшее время, типа, это? Hey, slow down. Минус, не лети. It's closed. I'll do it. Я разберусь. Open. Открыто. Oh, a big wheel. It's for crushing the wheat. Так, мы копим сейчас, чтобы можно было везде делать. Нет, так, тем. Вот, мы сейчас копим на вот эту штуку. У нас надо нам кожу. Нет, не кожу.
тряпочки. The current's too strong. How are we going to get across? By stopping it. Да, and how are we going to stop it? Amicia, we'll find a way. Хьюго займется. Окей. Что там? Пульсу. Теперь осталось пройти. Блин, понятно. I can help you from the other side, Amicia. But the wheel has to be stable for me to get across. Go on, Hugo. Good. Melly, can you look after it? This is where we see if it'll hold up. Well, doesn't look like I'll be taking a bath today. Все сложно. Stop. Блин, не люблю я эти загадки. Hugo, I need your help. Yes. Давай. The drawbridge is lowered, princess. Постарайся не свалиться. Try not to fall in. Принцесса. Сама ты принцесса. And there you go. See? Simple. Видишь, we beat просто. The mill. If the Inquisition make it this far, that'll hold them up for a while. Okay. Так, ну а вот туда как-то можно попасть. Well spotted. Thanks. Отлично, спасибо. Come on, Lenny. We're going to try and get up. Так, попробуем. Yep. What about me? We'll be back soon. I promise. Еще вернемся, обещаю. Very well. Not much here. A horseshoe. Wow, we're rich. We may not be rich, but a little luck would be appreciated. If luck was found on the horse's hooves, then farriers would rule the world. Пошли, короче, мы. Так, что у нас? А, ну верстак, да? Так, сумка для снарядов. Так, куда нам? Методы дубления. Материал сумка становится более эластичная, а сама более вместительная. Ага. Так, ну по факту, ну ладно, карман. Вот это мы можем включать. Чтобы больше камней носить. Благодаря более плотному ткани снаряд надежнее удерживается в кармане прощается, сокращая время между выстрелами. Нет, ну вот это включаем, короче. Что же мы найдем? Так, теперь, что благодаря упорным тренировкам и отличному пониманию прицела работает прощается сконструировала двойной карман, в который можно поместить два снаряда. Так, это теперь танки стрелы гораздо тише. Ага. Но нам надо вот это. Нам надо вот это. Типа, получается, нам надо.
Куда же? Through here. Come on. Ну давай же, ты пытаешься привести на меня впечатление? No. А, нет. All right, come on. It's pretty here. And it smells like earth. Земля пахнет. Так. Yankee Duck. Is that where Lucas is? I hope so. Надеюсь. I doubt this castle is going to Думаю, look это like замком much. У нас осталось. Why? This used to be a village. Здесь была деревня потом много лет назад. Just one night, years ago. И сравняли с землей. Говорят, эти места проклятые. She's joking, Hugo. Of да, course I am. Конечно, шучу. When do I say anything true, eh? Правда. Do people live here then? Yes, but they left. Where did they go? Somewhere else. A bit like us. Yes. A bit like us. Мы здесь что-нибудь найдем. О. You know what that is? Это цветок. Барышня, кажется. Я не люблю из-за шипов. Не полезен для сердца. Well, aren't you a fount of knowledge? Ну, прям как You can teach me then. Давай тогда ты научишь меня. А ты кажешь, как стрелять из пращи. It's a deal. Договорились. Вот мы обменялись любезностью. Так, здесь у нас ничего нету. What were you up to? Где были? Так, прогуляюсь. Чё тебя ебёт, что ли? Где мы, блядь, чё, мама, что ли, нам? Так, чё он... Оп-оп-оп-оп, кожа. Кожа. А нам надо тряпочки. Тряпочки. Тут ничего нету. О, ну там еще мы не были. Тут еще не пистит. Ну, пошли дальше. Пошли. Amicia. Hugo, what are you doing? Come here. Oh. Oh. Hugo. Hugo, посмотри на меня. Опять началось. Is it starting again? Your head. Да. It's like. Голова, как будто внутри меня что-то растет. У меня ноги трясутся. My legs are shaking. Don't say he's been bitten. It's not the bite. Это укус. Something in his blood since he was little. С самого детства мне придется его понести. Climb on my back if you can. Come on. Сможешь, давай. Sorry. Прости. Don't worry. Да ничего, if it's in his blood. Если бы ты не убегал. You? I'm fine. Lucas is trying to slow the effects down. Так, еще одна причина, почему мы едем в шато. Миссия, я боюсь. I'm scared. Of what, Hugo? What's in my head? Don't worry. Не переживай. Мы боимся, что у нас в голове. Вот мы пришли, теперь ты сможешь отдохнуть. At last. Наконец-то. Так. Help me lift this. Можешь мне? I'm coming. Hugo, can you climb down, please? Так, малой. О, сколько тут до чего? Может, мы сможем найти что-нибудь такое интересное? О, это твой дом? It's a hideout, lad. Это большие детки. It's meant for hiding out, not banquets with lords and ladies. Don't touch that. Не трогай. It's my brother's. Моего брата. That's worth a lot, that is. Дорогая вообще штука. How long have you been living like this? Like ruffians and beggars, you mean? Как оборванцы, попрошайки. Семейная традиция. Папа тоже еще был. Попробовал нас как-то поколотить больше обычного. Мы свалили. Royalty. Голубой крови. What does huh mean? Can't you see? Ты видишь? Взгляни на нас. Мы все потеряли. What do you mean? Who's going to pay us then? What are you talking about? Вообще, о чем? Your mate Lucas. Твои приятели Лукас, да, что вы богатые. Just forget it, all right? Ладно, неважно, берите сломанный матрас Артура. When he finally gets here, we'll have a proper discussion. Да. Заплатим, блин. Вот так вот я говорю, нельзя никому доверять. Бля,
So, see anything? Еще. No, nothing there. Пусто. Hey, men! Эй, ребята! This way! I need some help! Нужно помогу, подмога. Блин, мы что там, ничего не спиздим, что ли? Where does that go? Outside. Yes, but where? Да, just да. Trust me. Просто and your brother. Мне. He should have been here. Right может, должен быть вернуться. Sorry, don't give up on him just yet. Спеши. Блять, может, брат и предатель. Shit, stay down. Следы. He has a helmet. Oh, Deverantis. What? Deverantis. Salt pizza and alcohol. Burns your face and melts steel. No one can keep their helmet on with that. Приготовься. Get some ready. All right. Так, что там мы еще получили? Если попасть в этом снаряду по шлему, противник будет вынужден его снять. Go on. Aim for the helmet. Hit him on the head with a rock. Go on. Don't move. It will be over soon. Enough, Amicia. Ему так и надо. Так. Это громко. Больше восторга. Блядь. Это спирт получили. А. Черт. You know what to do. Смотри, yes. Одним шлеме. Если поймаю, выскажу, а где у нас осели? What was that noise? Давай, сейчас мы тебя, короче. Wait. What's that? Так, вот это мы делаем. What was that then? What do you think you're doing down there? Efficient. I like it. Очень. If there are two of them, так, нужно there are about уходить. To be more. We have to get out of here. Да, понятно. We have to get back to the Yaki dock. I know. Where's the Chateau d'Ambrosch? This way. Follow но me. По факту мы, наверное, могли их не убивать. Да? Так, лишь раз вам говорю, мне нужно. Они тут посюда здесь. Полно кабанов. That's our way out. Listen, Amicia, you have the sling, so you go first. Hugo, you keep a lookout and stay quiet. All right. Understood. They're still looking for me. Ага. Так, пошли по-тихому. Так, у нас там что-то, короче, светится, да? Угу. По факту, я так понимаю... О, там тоже что-то светится. Блядь. Так.
Да, блин, какой-то жесть. О, чуть-чуть. Что это было? Нет, потом. So, still nothing? No, they're only kids. Probably just hiding in the bushes somewhere. Well, there's a lot of men looking for just some kids. And the Grand Inquisitor is being pretty tough on Lord Nicholas. Oh, Nicholas is used to it. They don't call him the Scarlet Monk for nothing. I did hear something over there. Тихому. Nothing. Давай. Nearly there. The portcullis is down. There's always a side entrance. Да, конечно, мы дофига чё пропустили, чтобы это. Но, блин, очень жестко. Let's get out of here. Вот, да. Давай выбираться. Come отсюда. On. Go ahead. So kind of you, Your Highness. Да, любезно ваше высочество. Так, что у нас тут? Давай шевелиться уже. Что вы собираетесь нам делать? Да, тряпочка. Есть, да. Осторожно, это Лукас. Amicia, do you have any Deverantis left? Yes, then go on. Knock his helmet off. What? Lucas! I'm so glad to see you again. No. А мы пошли к Мели. She said lots of bad words. I heard that. And what about you, Lucas? Так, Лукас, how are you? Can we talk while we run, or we can sit down with some wine and some roast chicken and wait for them to come and kill us? What do you reckon? You're right. Let's keep going. The chateau shouldn't be far now. Ты прав, надо идти. Let's go. Come on. It's not far to the aqueduct. Так, уже нас четверо. Тропа идет вперед, найти акведук. You forgot to tell us about the Inquisition. You wouldn't have accepted the deal. The one where your friends are rich. But we'll sort it out. Ну, все, tell my brother that. Расскажем это моему брату. What's all this? An accident? An Inquisition cart? Rats. There must be things we can salvage from inside. I don't see how we can get past. Oh, Amicia. I have something for you. Что-то есть здесь. It's a byproduct of Ignifio. Это производство. Luminosa. Так называется. Кидаешь старый крыс. Ну, сама увидишь. Держи. Ну, давай, что это? Mix them together. All right. Блин, она дорогая. Throw to the rats. Глаза, так пользуйся. Лучше играем с ним в тени, например, если у вас напали стая крыс, готовить сидор. Lucas, the cart's packed full of alchemical material. Химические ингредиенты. Makes sense. The Inquisition. They couldn't have got as far as the Macula without reading the alchemical writings. I don't know what they're up to. But whatever it is, this cart will be useful. Ну вот, короче, у нас теперь их три.
А надо еще три. Ладно. Видимо, мы почти дошли. Скорее всего, мы очень сильно много потратили. Давай заберись, я помогу. Окей. Давай заберемся на квадрат. Юго, это акведук. Акведук. Как док. Милли, где твой брат? Я не хочу об этом говорить. О, ладно. Вот так, у нас камни полностью. Ну, давай. А. Оп. Well spotted. Отлично. Ну, еще бы, я бы твою мать. Я самая лучшая. Самая лучшая, короче, из охотниц. О, это все здесь. Is that it? There's nothing here, Lucas. I... Don't tell me we've done all this for nothing. No, no, no. Нет, нет, нет. Лорентио, нет, ты не дурак. Это алхимические штучки. It's an alchemist's trick. Gold is born from lead. Рождается из свинца. Дверь откроется тому, у кого есть ключ и все такое. Something like that. А мне больше нравится, прежде чем закрыть глаза. Who's going first? Yes, the first. Nice one. Отлично. Amicia? Come on then. We've come this far. That's my girl. Так, найди. Ага, это мы уже. Это побег вперед. Так. А вот тут... Ого. Неплохо. Это что, море? Нет, подземные воды. Эй, there's a pontoon. People used to use this place. We're on the right track. I've never heard of it before. And the chateau? Where is it? Well, if you want to know, одна, чтобы we'll have to get across first. У нас всегда. Камень у нас тоже что-то был. Well done. Отлично. Какая музыка офигенная. Такой некий, скажу так, игра напоминает Lost of Us. Сера, селитра. Вот, также собираешь эти. Находишь что? A reaction ferry. A what? A boat that's propelled by a rope. You pull it by hand. Over to you, Melly. Lucas, come and help instead of sleeping. Yes, yes. The water's green. Well, that's because there are a lot of things living in it. Масса сущей. Но очень холодно. Once, father took us to the lake at Tuv, and I slipped and fell in the water. It was so cold, it made me cry. I would have cried too. Your boat awaits. Shall I get in? Yes, you go get in. I hope they can swim. Если не умеют плавать. Давай. Hold on tight. There you go. Теперь вот так. Whoa. I can't see any fish. Oh, that's because of the monster. Это за чудовище. What? A monster? О, чудовище. А как ты думал, подземное озеро волшебное? Huge ancient monsters hide in their depths. Где-нибудь чудовище, берегись, они очень голодные. No, не, неправда, если бы там жили чудовища, они бы булькали огромными пузырями. Ха, ты меня раскусил. Мамочка говорит, что чудовища — это такие штуки, пузыки. Такие твари, которым мы такие не дали мне. Мне она тоже такое говорила. Так. Теперь мы должны... Oh, it was too quick. I know, but it's someone else's turn now. Теперь их очень много, так. There are no more
coast is here, but there might be a whale. A whale is big, you know. Yes, but a little one. Why not? A shy whale that doesn't want to show itself. It's shy because it's small, but I'm sure it's pretty. Over to you. We're coming. Мы идем. Но. Все в порядке, отпускай. А, все будет просто, вот они очень любят там что-то. Просто вот нет. Так, что мы еще у нас тут? Дверь. Они все будут, по-моему, погибнуть. Я испугался и. It's all behind us now. But anything that takes my fancy at the castle is mine, alright? Fair enough. Договорились. Чё да? Так, что у нас тут там? Тропа идет вперед. Ah, closed. Закрыто. Not for long. Make Сейчас some room. Пропусти меня. Блин, мне тоже бы научиться двери взламывать. It's open. Oh. There you go. Ну, конечно, of course. Я как бы не видел. Is this да. place anyway? It's. No, it can't be. I have to see this from closer up. That pit. What? What's the matter? That hanging brazier can slide the length of the trench. Да, Lucas, that one, the other way, and slow down. It's a defense system. Like a castle. Like a rat trap, protecting something. And how does it work? Easy. The braziers push the rats towards the pit, and they get trapped there. Выбраться. Could be useful. Who built it? I don't know, but it looks ancient. Lucas, let's take a look. Right, Melly. While the boys are daydreaming, we should get going. Who built this? Some knight, perhaps? О, тряпочка, тряпочка. I don't think knights know how to use stone and mortar. But craftsmen. Так, народу тут работало немало. Lucas. Лукас, это место построено много лет назад, как просадился недавно. But the rats haven't been here for that long. You're right. Ладно. That gives me goosebumps. Да, блядь. Давай. Into the pit. We have to get to the other side. All right, come on. Так. Надо мы здесь. Don't move. I'll be right back. I'll wait for you. It's all right. You can come. Ну, I'm right behind you. Давай, малой. Так, что у меня здесь еще может быть? Чем вот это? Сера полностью у нас, бечевка у нас. Давай. All right. I'll take care of the door. Дверь на себя. Так, ну давай. А вот это мы, короче. Может, он тоже ее кинет? Так, о, там что-то есть. Там шут. Вот это. Он сам подождет. Понятно. Знаешь, мне надо это делать. Сколько же тут крыс? Давай. You can't fault their system. Very efficient. Let's go. Угу. I'll go first.
Это первое. А, мы можем их сжечь? Да? Ладно. Не будем. Another door. Maybe it's the right one. I just hope there are no rats behind it. Не будет крыс. Nelly, need a little help here. On my way. Come on, I'm starting to get fed up of all these doors. О, ура, мы нашли этот замок. Он правда существует. It's amazing. I had a moment of doubt, but that. Что? Да, мне нравятся такие алхимические легенды. Come on, давайте рассмотрим как следует. Тайны замка. О. Rats. I don't see how. Did you see that? Ты видел? Да, они боятся света. Let's try it. Are you kidding? Nelly, I need your help. All right. Да, давай мы сейчас. It's done. Is that supposed to be the miracle remedy they talk about? It doesn't smell very good. A good remedy is a remedy that stinks. You're not wrong. Ну давай. No, run! This is crazy. Ты сумасшедший. Never. Так, больше. Я не хочу опять. Мы здесь раньше жили люди. We're very high up. Don't worry, Hugo. It's far away. Too far to get there in one go. That should help. Давай. This is it. Come on, come on. Стреп, 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 стреп. Блядь, да как они меня это? То есть, короче, у нас вот это кидает, если нас наблюдают, мы можем это кинуть. Лёх, у нас правда получилось. Так. Шатал добра. Да, давайте внутрь, давайте быстрее. Они специально, что ли, нам сделали, типа... Чтобы вы не расслаблялись. Incredible. Невероятно. The tower over there. It's the living quarters. It must be several centuries old. It looks like it's dry, but there's a pit in the way. It's full of rats. It's another trap. Крыса, ловушка. There has to be another way to get through. Там способ обойти. It's open. Открыто. О, веревка мы нашли. Нет, нельзя. They all decided to meet here, it seems. Look, a brazier. Let's see if I can light it. So we can get the rats to move. Lucas, Hugo, stay out of the rain. We'll open up a path to the tower. Alright. Come, Hugo. Ready, Melly? As long as we get them out of the way. Блять, из-за тебя я протратил целую эту. The siege of Chateau d'Ambrage. Two girls versus thousands of rats. This battle will go down in history. Look, they're moving! Mm.
reach the central section now. Yes, that's a good first step. Неплохо. I'll let you go first, because rats are your thing. Мастер прогресса. Вот, спасибо. Так. Если что, мы можем... Так, нет, вот это бросим. Так, вот это мы подобьем. Наверняка. Может, есть еще что мы можем... побежали собаки кусачие. Ага, вот туда мы идем. Пошла нахрен. Нахрен. Я за тобой. Отлично, мне полегче. Мелли, to push that. Так, надо попросить сюда. А что такое? Нет, подожди. The brazier is coming back by itself. Сера. Так, а это что мы двигаем? Hey, look at that! Давай, сейчас мы их всех скинем. Думаю, это тут я мы делали. Мелли, can you get to me? I'm coming. Так, я иду. Неплохо. Так. Look at them, swarming like nobles at the king's court, but it's our castle. Надо сделать еще. Так, я что-то не вижу. Еще. Так, вот что-то там, вот. Вот это мы есть. Вот это тоже. Опа. Так, вот это. И вот здесь по-любому должно быть. Давай, попробуем. Музыка какая нагнетающая это. Так, вот это мы уронили. Right. Those ones have to be driven into the pit too. And of course they're on the wrong side of the brazier. I'm gonna have to go down and see what's there. All right. I'll cover you with the brazier. Okay, это сейчас мы сюда. Putting my life in your hands, you know. All in a day's work, my lady. Whenever you're ready. Can you do it? Давай, помогай. Right. Wow. It could do with a bit of grease. Would you rather be down here? I'm fine. I'm just. Да, пошли нахрен. I'm at the end. What do you see? More braziers. I can get up on the ramparts. Going to make it. Hugo will be safe. We'll all be safe. Так. Вот это мы сделали. Так, вот это мы сейчас тоже сделали. А вот этих мы. Мелли, I'm clearing the outer area. They're coming your way. Чуток, они все идут к тебе. Ладно.
Так, right, проходу. We need to clear the whole courtyard. Let's get on with it then. Already soaked anyway. Давай. Так, а теперь ты должна отпускать. Да. Да. Well, that's done. The last sector now. I have to get back to the ladder. О, мы теперь 12 таких у нас. Так, все, мы этих выгнали. Крысеныши. Так, а тут у нас что? Здесь ничего нету, да? There are still rats down there. I'm going to need the brazier. А вы-то откуда-то тут взялись-то? Так, понятно. Давай сейчас мы тебя обратно будем притащить. Right, here we go again. Вот ты мой. Have you done it? Вот yes. Все получилось. Да, как right, Юга. Как вы орете? Не бойся, город услышит наши голоса. Soon we'll all get to see the tower. Важно. Да. Удачи. That's a bit better. Так, теперь надо нам наверх. Как скажешь. Давай. Так, вот это мы сейчас. Ну. Так, вот это мы сейчас толкнем. And so we see the Amazon and Melly the Stealthy. Оп, conquered the Chateau d'Ombrage. You've read too many books. I come on. We still have to clean up the area down there. We're going to need the brazier from the ramparts. I'll cover you with this one. Давай. What is it? Nothing. It's just просто старый мой рычаг. Melly, you always know the right thing to say. It's going to be all right. It's все your castle. Хорошо. You have a connection. Our castle. Imagine, we could all live here together. I'm more of a Stella girl, you know. How am I going to get up there? Просто. But the damn rats are everywhere. Повсюду крысы. Very funny. Очень хорошо. Так, это мы сделали. Так, здесь у нас что? Ага, туда, наверное, нельзя. Так. Оп. Что мы нашли? Тряпочку еще. Нам надо 12. Здесь у нас ничего нету. Да? Теперь мы выгоняем крыс. Иду. Лично. This is how you conquer a castle. This is how you get sick. Можешь заразиться. No, not in my version of the story. Так, мы это сделали. Всех этих мы. Да, один. Верно, здесь подвальчик где найдется. Амиция, если так просто, ты меня плохо знаешь. Right. Ладно, я понял.
Давай, пускай дракона. Come on, back off, you bastards! Retreat before Amicia the Amazon and Melly the Fury! What? Melly the Fury? I told you you didn't know me. We did it! We pushed them back! Замок спас нам жизнь. Да, Лоренти был прав. Чтобы отпраздновать нашу победу. Подожди. Да. Башня. Небо нахрен их сжёг все. Огромная комната. Завтра у нас будет время, её осмотрим. Теперь это наш дом. Вот у нас и первая глава закончилась. Ну, не первая, точнее, седьмая глава. Теперь, получается, восьмая. Наш дом. И я думаю на этом прерваться. Вот. То есть... Вечером, надеюсь, следующая серия выйдет. Вот. Или будем играть что-то в другое. Вот. Ставьте лайки, подписывайтесь. Кузямба. Всем привет. We were having a bad dream. Are you awake already? Yes, I found lots and lots and lots of things. Come and see, you really like them.